давай как-то это покажем. Вот отсюда сидишь. А бывают коляски шире, чем твоя? Да, коляски бывают. Знаешь, даже на одном колесе. Снимай, бля, все уже. А, то есть ты думаешь, это не для моей коляски? Да, может, надо и какие-то... А вот это под твои задние колеса, а ну-ка задом поставьте ее. Хочешь, я пущу туда? Нет, подождите, давайте теоретически пока. Мадина хочет... Рома, поверни. Колеса шире не делаются, да? Во, пошло. Я могу поднять. А ну-ка попробуй поднять. Только не уронируйте. Не, ребят. Все, все, все. Вы самого маленького нашли. А дальше там как развернуться. Спускайте. Держи. Держи. Тормози просто. Если бы не было, я бы легче поднял. Нет, то есть, в принципе, если вот здесь еще две пары шпал положить, то будет въезжать, да? Передние по передним колесам. Если бы их не было, я как его легче поднял. Давайте, а может быть чуть-чуть в бок сделать. А вот президентская. Там неправильно. Тоже много, наверное. А там оттого. А ну поехали, покажи, как надо заезжать по президентскому пандусу. Он крутой. А? Он слишком крутой. Он крутой, по нему тоже не заедешь. Не, ну. Там что? Сергей, а там что? В чем проблема? Ты семей такой.